Волосово объявлены конкурсы на выполнение работ по благоустройству общественных пространств на реализацию программы формирования комфортной городской среды в 2018 году. Город выделит 24 миллиона 200 тысяч рублей. В рамках программы будут благоустроены общественные территории на границах улицы Красных Командиров и входная группа парка «Велес». Именно эти пространства выбрали жители города Волосово в ходе рейтингового голосования в марте. В районе улицы Красных Командиров будет установлено асфальтобетонное покрытие, заменен бордюрный камень, обновлены газоны, высажены клены и кустарник «Барбарис». Также установят скамейки и урны, а в сквере появятся набивные дорожки. Уличное освещение будет заменено на современные энергосберегающие светильники. В районе входной группы парка по утвержденному проекту будут устроены пешеходные площадки из тротуарной плитки. Также планируется обновление газонов, высадка кленов, установка скамеек и урн и ремонт арки.